Установка бокового рефлектора 2D от компании Стрелка 11 на Suzuki Vitara 4-го поколения, 4-го поколения Restyling. Перед установками все протерли спиртовой салфеткой. Вот она дается. Протираем деклеем. Снимаем пленочку верхнюю, снимаем нижнюю. Вот так вот, видите, наверх, это вниз. Вниз, наверх. Подводим к самой нижней части. По самой верхней кромке двери. И вот так приклеили. Подходим к задней части, то же самое. Приклеили по самой верхней части и по боку, сбоку. Зафиксировали. И спокойно вложили, снимаем пленку и подклеиваем. Можете уже даже полностью снимать. Берем тряпочку, протираем и одновременно приклеиваем. Первый установили, идем устанавливать второй. Также снимаем пленочку верхнюю, наверх, нижнюю, вниз, с двух сторон. Также прикладываем к верхней части, фиксируем. Заднюю часть также прикладываем, фиксируем. Снимаем пленочку раз, снимаем пленочку два. Берем тряпочку. Все установлено. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.